Как быть с деньгами за границей? Ну, я не открою большого секрета, если скажу, что когда вы находитесь за границей, то за границей, как правило, своя валюта национальная, и все расчеты происходят в основном в ней. И нам, естественно, нужны деньги. Как их перевести, как их конвертировать, сейчас все об этом. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я нахожусь сейчас в Грузии. В Грузии, как вы знаете, российские карты не работают, ну и вообще за границей сейчас российские карты не работают, то есть карты, выпущенные российскими банками, поэтому существует ряд способов, про которые я сейчас расскажу, как получить деньги за границей. Ну, в частности, здесь в Грузии лари. Итак, первый способ, самый распространенный и самый-самый плохой, это привезти сюда наличные. Наличные рубли или доллары. Ну, конечно же, проще доллары, потому что все знают, что доллар, он и в Африке доллар. И здесь его, естественно, можно обменять в любом месте и купить, и продать. Вот. Огромное число обменников по покупке и продаже долларов. Ну, кроме того, можно купить совершенно свободно и продать рубли. Но курс конвертации при этом будет, ну, примерно, значит, смотрите, сразу за границей там 0,39 лари давали за рубль, чуть дальше 40 лари за 0,4 лари за рубль, и, значит, там уже чуть дальше, где-то в Тбилиси и так далее, можно найти курсы 0,42 лари за доллар. Что это значит? Это значит, за 1000 рублей вы получите, ну, в районе 40 лари, или, грубо говоря, 1 лари – это 25 рублей. Это очень невыгодный курс, я прямо скажу сразу. И это самый худший вариант, который выбирают, ну, большинство людей. Теперь далее. Следующий вариант, который... ну, который выбираю я, собственно говоря, это у меня есть карточка иностранного банка, то есть Каспи банка. Я для этого ездил в Казахстан, оформил эту карточку. Сейчас я оформляю здесь карточку грузинского банка, но пока еще не оформил, то есть я подал пока заявление на оформление карты грузинского банка. Это Bank of Georgia, самый крупный банк. Почему Bank of Georgia? Ну, потому что, ну, во-первых, я исследовал этот вопрос, я стою в чате, значит, нашел чат в Телеграме «Банки Грузии», и там вся информация по разным банкам. Здесь есть в основном, ну, несколько банков. Bank of Georgia самый крупный, и там, на самом деле, ну, говорят, что достаточно просто получить, открыть счет и открыть карту. Что это дает? Смотрите, да, как открыть счет. Ну, я уже рассказывал, что для этого надо подать заявление, так называемый KIC, и Know Your Client, это во всех банках сейчас. И банк, прежде чем открыть счет, хочет узнать информацию о том, для чего вам счет, какие деньги вы используете, кто вы вообще и так далее. То есть, ну, какая-то проверка на, ну, проверка клиента. Know your client. Знаю своего клиента. То есть банк хочет знать о своем клиенте побольше информации. И, соответственно, заполняется эта анкета, идет проверка. Эта проверка стоит, как правило, денег. В банке Liberty эта проверка стоила 30 лари, в Bank of Georgia 50 лари. Но Bank of Georgia дальше счет бесплатный. Что дальше? Ну, а дальше, если у вас есть карта грузинского банка, вы можете положить туда деньги или перевести туда деньги каким-то способом и пользоваться уже карточкой грузинского банка, которая принимается не только здесь, в Грузии, но и во всем мире. Ну, и сейчас я хочу рассказать о том, наконец, как третий способ и о том, как пополнить карту грузинского банка. Ну, смотрите, третий способ, который используют, ну, самые грамотные, те, кто сюда приезжает, и он наиболее приемлемый, и в том числе он приемлемый для тех, кто имеет уже счета в грузинском банке, это способ перевести
деньги из России безналичным расчетом. При этом, значит, переводить деньги надо не через SWIFT-перевод, а просто есть системы такие, ну, например, Unistream, Золотая Корона, что там еще, Paysend, не знаю, работает или нет, Контакт, не знаю, работает или нет, надо посмотреть, просто вот эти компании, ну, в основном Unistream, Контакт и Золотая Корона, и надо переводить деньги самому себе, то есть мы переводим деньги, заполняем, значит, отправитель на русском языке, значит, данные российского паспорта, получатель, что очень важно, пишут, что получатель должно быть фамилия и имя без отчества, почему-то это в Чехии в частности, и люди переводят деньги, осуществляют перевод, как бы. Что происходит при этом, значит, при переводе? То есть его можно сделать и прямо отсюда. Просто заходишь в интернет, заходишь на приложение Unistream или на сайт Unistream и делаешь перевод сам себе. Перевод делаешь с банковской карты российской, и он идет сюда. Там, ну, я в частности зашел в Unistream, там выбор, в какой валюте переводить, какую валюту переводить. И там выбор, либо грузинский лари, либо доллар. Ну, естественно, если я в Грузии хочу тратить деньги, то, естественно, я выбираю грузинский лари. И там написан курс конвертации. Внимание, смотрите, как я говорил только что, при обмене через обменник в районе 25 рублей за лари вы отдадите. Так вот, я посмотрел в Unistream 22.22. Курс перевода, курс конвертации. Ну, согласитесь, что Unistream более выгодный. И поэтому, конечно же, выбирайте вот такой способ. То есть, смотрите, еще раз. Вы заходите в Unistream, делаете перевод самому себе со своей карты российского банка на, ну, скажем, в Грузию или на карту грузинского банка. Как получать этот перевод? Можно прийти лично с паспортом в уполномоченный банк, который выдает переводы с Unistream, и, собственно говоря, получить эти деньги в виде наличных. В чем недостаток этого способа? Ну, в том, что надо идти в банк, если вы хотите получить наличные. Ну, а если у вас есть счет в банке, то я, честно говоря, не знаю, не смотрел еще внимательно, потому что у меня пока нет счета в банке, но я думаю, что там должна быть возможность перевести эти деньги, которые я должен получать, на карточку уже в грузинском банке. И тогда, согласитесь, что 22 с чем-то лари, то получается достаточно хороший и приятный курс. Ну, а у меня получается, смотрите, что я делаю. Я пополняю карту Каспи банка, казахского банка. И это карта Visa, Visa Gold. И, соответственно, рубли конвертируются сначала в тенге. И, ну, потому что карточка казахского банка, она в тенге. Потом, после того, как она сконвертировалась в тенге, я перевожу с казахского банка, ну, либо я перевожу куда угодно, на карту любого банка могу перевести деньги по номеру карты и имя владельца карты. Я уже переводил там, ну, в разные страны, включая Кению, Польшу. Кения — это в Африке. Вот. Ну, в разные другие страны, так сказать, в любые, ну, в основном в Чехию, конечно же. Вот. Я перевожу деньги на карту любого банка и, так сказать, ну, во-первых, могу помочь людям, которые нуждаются в деньгах, у которых есть карта иностранного банка, а сейчас я здесь пользуюсь просто картой Каспи банка, как просто платежной картой. Она и на касание работает, и деньги снимаю свободно совершенно в банкоматах, в любых. Что касается комиссии при съеме денег, ну, в Bank of Georgia и другой еще какой-то банк, по-моему, не помню, не скажу точно, и Liberty, по-моему, комиссии не берут, а TBC берет комиссию 5 лари. Ну, я избегаю тогда этого банка. В банкоматах, когда вставляешь карточку, естественно, там
меню на грузинском языке, но есть флажочек с языком, можно выбрать английский язык, и на английском языке все там понятно, ну как всюду абсолютно. Ну то есть английский язык, конечно же, знать надо. Ну, что еще могу сказать? Я надеюсь, что эта информация будет полезна многим, поэтому и еще постараюсь рассказывать, давать информацию по страховке, по правилам движения, по правилам проживания. Уже есть видео, поэтому оставайтесь на моем канале. Если вы еще не подписаны, вот там снизу будет такой надпись «Подписаться» и колокольчик желательно. Ну, если есть у вас вопросы, напишите комментарии. И даже если нет вопросов, напишите комментарий, потому что это помогает поднять это видео. А в своих видео я стараюсь дать как можно больше пользы для вас. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.